На слушаниях сегодня не все приглашенные члены комиссии. Глава города Николай Козлов так и не появился. Зато пришел глава администрации. Место работы. Ну, так я регистрируюсь, я сам жду паспорт. Те, кто присутствует в зале, голосуют как жители Первоуральска, кроме Константина Гартмана и Натальи Гичкиной. Они, как известно, в Первоуральске не прописаны. Но и без них мнение администрации есть кому поддержать. 10 человек из 20 члены комиссии плюс Алексей Дронов голосуют как жители города. В этот раз идет обсуждение изменений в правилах землепользования и застройки города. Изменение зоны ЗУП на зону Ж4 улицы Турников в районе зоны 42. Перекресток улицы Турников, Комсомольская Турников, под строительство квартирного жилого дома. Всего 57 подобных пунктов, согласно которым в Первоуральске должны быть изменены зоны застройки. Там планируют разместить несколько новых жилых комплексов, автозаправочных станций, питбольный полигон и детский развлекательный центр с кафе на Самстрое. Древнестарые решеты планируют строить центр реабилитации заключенных. Предлагается и еще ряд важных решений. Например, сократить санитарно-защитную зону Сумза, точнее убрать фактическую санитарную зону, откорректированную по розе ветров. Значит, зона, которая была зафиксирована в правилах землепользования застройки, значит, вот предлагаемые изменения, данная зона уменьшена. Однако этот вопрос без внимания горожан не остался. Изменения, размер санитарных мод измены для предприятий 1 и 2 класса, это первый класс, по решению главного государственного врача Российской Федерации или его заместителя. Такое есть? Нету. Есть. Я так понимаю, где оно есть? На основании чего вы меняете-то? На основании того, что роза ветров, так согласно тех же... Да. Запросите, мы предоставим. Зачем мне забрать? Я вас спрашиваю, они есть вообще? Есть. Есть? Решение с главного санитарного врача? Есть. Документы по санитарной зоне, конечно, предоставят, но только по запросу. Другой вопрос. Пункт номер 5. Новые жилые комплексы по улице Ленина прямо на набережной Нижнего пруда. Они попадают в зону подтопления, да и в прибрежно-защитную зону, установленную Министерством природных ресурсов. Вопрос именно вот поэтому, по вновь выделяемому участку вдоль улицы Береговой. Он же вообще близко к воде. 50 метров-то он вообще неприкосновенная зона. Там ведь и запрещено. И по этих, согласно водного-то кодекса. Получается, предполагаемое строительство окажется в зоне подтопления. А вот земли в Нижнем селе вообще принадлежат совхозу Первоуральске. И они в бессрочном пользовании. Администрация хочет внести изменения и планирует там разместить жилые малоэтажки. Заявление об отказе права бессрочного пользования в администрацию не поступало. В данном случае совхоз Первоуральский не согласовывает перемену зоны СХ-7 на зону Ж-1. Несмотря на все возражения, 13 человек проголосовали за проект изменений в правилах землепользования и застройки. Публичные слушания считаются зачитанными. Они не могли сказать, что да, мы с вами согласовываем. Они просто в одностороннем порядке подняли руки, ну как это обычно бывает в администрации. Все, то есть, ну под протокол наше возражение занесено. Однако все решения сегодня носят только рекомендательный характер. Да и вообще, в слушаниях слишком много псевдодемократии, как подчеркнул Алексей Дронов. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен на профильном комитете Думы. Возможно, кто-то из депутатов обратит внимание и на замечания горожан, которые сегодня занесены в протокол. Александра Подумная, Владимир Махмутов, НТР ТВ.